24 декабря в новом корпусе Российско-Армянского университета состоялась церемония подведения итогов ежегодной командной олимпиады по программированию «Кубок независимости 30» для студентов и школьников Армении. Победители и призеры получили денежные вознаграждения и дипломы. Олимпиада прошла 28 ноября и была приурочена к 30-летию независимости государства. В ней приняли участие 44 команды, среди них представители ведущих вузов Армении и Арцаха, а также ряд специализированных школ и лицеев. Автором-составителем задания Олимпиады стал технический директор «Код-сигнал» выпускник РАУ Эдуард Филиппосян. Ректор РАУ профессор Армен Дарпинян поприветствовал участников соревнований и гостей мероприятия, как обычно, поддержав начинания присутствующих, отметив их достижения и пожелав дальнейших успехов и покорения новых высот. Победителем соревнований по программированию стала команда Ереванского государственного университета. Среди остальных 8 призеров – 4 команды ЕГУ, 2 команды РАУ, команды колледжа «Квант» и физико-математической школы имени Шахиняна. Организаторами мероприятия выступили Российско-Армянский университет и IT-компании One Market Data и CodeSignal. Доцент кафедры математической кибернетики Тигран Пелепосян отметил, что по количеству участников Олимпиада 2021 года была самой представительной в истории Кубка независимости, которая, кстати, проводится в стенах РАУ уже 11 раз.